Добрый день, меня зовут Алексей Визовский, я российский писатель, экономист, публицист. Издательство «Эксмо» предложило любезно мне записать приветственное видео для моих читателей, и я с удовольствием решил воспользоваться этой возможностью, рассказать немножко о себе, о своем творчестве. Это видео записывается в самый разгар эпидемии коронавируса, когда книжные магазины закрыты. Но издательский процесс не остановился, писатели продолжают творить для вас, и я в том числе. И как раз именно весной 2020 года вышла новая моя книжка, первый том серии «Я спас СССР». Она доступна и в электронном виде, и в бумажном, и скоро выйдет аудиокнига. Пожалуйста, если вам интересно, фантастика в жанре альтернативной истории с попаданцами в прошлое, а именно в 1964 год, Хрущевский СССР. Вот можно почитать эту серию. Кроме того, у меня есть серия «Русский бунт», тоже альтернативная история про нашего современника, который угодил в тело Емельяна Пугачева. Вот 18 век, Россия. Альтернативная история, как все пошло по-иному. Есть также и какие-то книжки у меня, посвященные бизнес-литературе. Я экономист, занимаюсь рынком драгоценных металлов. Есть книжка, написанная соавтором, называется «Металл, покоривший мир». Ну и научно-популярная книжка по этологии человека. Она, кстати, есть на Литресе. Можете ее скачать и почитать, если вам интересно «Биологические основы поведения человека». Так что мое творчество, оно разнообразно, доступно в разной форме, и рад буду услышать ваши отзывы на страницах того сайта, где вы увидите это видео. Спасибо.